Звезды пролетают, они просто точки, и это небо их не пропускает, оно свинцовое. Моя песня под названием «Нептун». Есть трек ВКонтакте, там, в Ютубе. ВКонтакте точно есть. Тихон, Нептун. В 2018 году он был адресован моей девушке, единственной Ксении, с которой, которая меня бросила. Я ни разу не поднимал на нее руку, не изменял ей и не... И не курил, не пил тогда вообще. И, к сожалению, не принимал психологических лекарств. Не лечился у психиатра, не мог найти. Потому что тот, который у нас здесь в городе, это робот, фашист, который только на одном зациклен. Надо работать, работать. Я и так работаю дворником. Надо работать, работать. То есть просто фашистствующий робот. Так вот, эта песня, когда она меня бросила, я со всей, всю грусть в ней выложил, вложил. Такая просто, там песня, в общем, слова сердце мое, и вот Андрей Дмитриевич сказал, что некорректно было отправлять эту песню девушке, а я считаю, что наоборот, если бы, например, девушка мне отправила эту песню, я бы сразу ей написал, что я тебя люблю, я тебя не бросил, ни в коем случае, все хорошо. И, кстати, перед тем, как она меня бросила, я ей постоянно говорил, что я ее люблю. Постоянно писал ей, звонил, говорил, как я ее люблю. Что ты все для меня. И это правда. Это так и было. Это правда. И вот я ни с чем, один, остался в Сибири, в Красноярском крае, в Железногорске, в закрытом городке, где хлорсилан, утечка, где со всего мира свезли ядерные отходы на хранение. И вот я навсегда здесь остался. И мои родители словно окружены. Мы словно за стенкой. Словно за стенкой прозрачной. Мы не слышим, не понимаем друг друга. Мы вообще не общаемся. Баба Катя, которая умерла, мама отца, она просто сидела и смотрела телевизор, пропагандистские новости. Эти шоу, это где они там Украину обсуждали. Запад обсуждали. Она просто сидела и смотрела бесконечно. И она не общалась. И даже когда я спросил у отца, она не общалась ни с кем. Он сказал, она общалась с соседями. То есть представь, насколько же жестко. Она не общалась с родными, она общалась даже с родными не общалась. Она общалась с соседями, и то, видимо, так, чуть-чуть. Просто пиздец. Я прошу, если ты можешь стать моим другом, подругой, стань. Мне реально очень одиноко. Я уже давно к этому привык и со смирением отношусь к этому. Я на все, я считаю, что на все воля Божья. Прошу прощения, что я сетую на жизнь. Ну просто за что мне такое?
Ведь в будущем закроют и YouTube. Все, чему я посвятил жизнь. Все творчество туда вкладывал. Когда TikTok закрыли, у меня там аккаунт Александр Аленин, так называется, 3000 подписчиков. Мне не важно, сколько подписчиков там. Главное, что там были люди, с которыми, которые меня узнавали даже на улице. А теперь все, после того, как запретили, все. Закрыли меня полностью, социальной изоляции просто. За что? Они SoundCloud закрыли, куда я выкладывал свои треки. Причем тут вообще SoundCloud и политика? SoundCloud это просто треки, песни. Зачем его закрывать, блокировать в Российской Федерации? Как он может разрушить строй? Никак. Это просто песенки, музыка. Это просто обычная музыка там на абстрактные темы. Я просто уже даже не охуеваю. Я уже давно прошел все это. Привык уже, все, пиздец. Пожалуйста, мне так одиноко. Пожалуйста, я работаю. Физический, тяжелый труд. Уличный дворник. Я работаю каждый день. Ну, будние дни. Хотя, когда будет очень много снега, я буду и в выходные работать. Я рисую, я дрался. Я дрался с ауешником. Который выебывался на меня. Потом я его нахуй послал после драги, после того, как он мне ухо, барабанную перепонку разбил, что я оглох на одно, на правое ухо частично и в больнице лежал. А потом меня еще эти псевдо-друзья, которые я там нашел якобы, кинули на деньги. Это пиздец. Ну за что мне такая жизнь? За что? Пожалуйста, найдись хоть кто-нибудь, кто бы здесь был человеком добрым, живым. Пожалуйста. Добрым. Пожалуйста. Нептун, Сатурн. Пожалуйста. Мне очень плохо. Ну, я привык к этому, но дело в том, что я не держу зла ни на кого, и я покупаю лекарства за свои деньги, за свои заработанные деньги, и угощаю девушек, вот вчера мы гуляли, за свои деньги. Я не хочу это обсуждать, это... Я ничего, я не жадный, ничего такого. Я ничего, никого негатива не испытываю. Просто я не жадный, я работаю, я художник, я нарисовал столько картин там для города. Вы можете посмотреть, я могу показать. Прям. Они есть реально в городе. Пейзажи классические, красивые, большие. Не граффити вот это вот. И я одинок, и я ничего, и у меня ничего нет, пожалуйста. И эти студия, которая открывается, она закрыта для меня. Потому что они видят, что я аутист или какой-то заикаюсь там, или еще что-то, и они не хотят со мной иметь дело. Ну, пожалуйста. Я просто изгой в этом Железногорске. Пожалуйста. Умоляю. Умоляю. Умоляю, пожалуйста, помоги мне.